Без всяких околичностей и сложностей рассказываю то, с чем сам знаком. Известно всем, что равные возможности в Америке практически закон. Что это значит? Поясню примером. Возьмем, ну, хоть меня с миллионером. У нас с миллионером возможности равны. Мы в этом с ним как близнецы похожи. Пешком добраться до Луны, пешком добраться до Луны. Мы оба одинаково не можем. Пешком добраться до Луны, до Луны. Мы оба одинаково не можем. В Америке для всей страны возможности равны. В Америке для разных членов общества возможности равны. Он спит в шикарной спальне, под мост иду я спать. Хотя осенний дождь и там намочит. Он может так же поступать, он может так же поступать. Конечно, если очень уж захочет. Он может так же поступать. Конечно, если очень уж захочет. В Америке для всей страны возможности равны. В Америке для разных членов общества возможности равны. Он ездит на машине величиной с вагон. Шофер, лакей, в окошках занавески. Зато меня везет фургон, почти что собственный фургон. Куда везет? В участок полицейский. Зато меня везет фургон, да, фургон. Куда везет? В участок полицейский. В Америке для всей страны возможности равны. В Америке для разных членов общества возможности равны. В Америке для всей страны возможности равны. В Америке для разных членов общества.